Лицемер! Лора! Никогда не думала, что в тебе столько дерьма. Я читал! Уолт? Все, минус дядька. Всем привет! Рада видеть вас на моем канале Тилькоплей. Я Наташа. Мы сегодня с вами поиграем в игру, которая называется Лоретта. А мне эта игра напомнила чем-то смесь Лорелая и прочих подобных игр. Вот, поэтому давайте посмотрим на очередную историю. Здесь вроде бы как тоже будет такой трешачок, который мы с вами любим. Так что усаживайтесь поудобнее, приятного вам просмотра. А мы начинаем игру. Я, кстати, с геймпадом. Погнали. Ой, ну это нас предупреждает, что если у вас есть припадки, то не смотрите. Зажмите А, если поняли. А если я не понял? Вы можете изменить режим в настройках в любой момент. Цветной режим рекомендуется для первого прохождения, подсказки сохранены. Нуарный режим для уже игравших. Не, ну конечно, мы будем на вот этом вот играть. На цветном, конечно, нам нужен цвет. Мы ради цвета здесь. Действие игры разворачивается в Соединенных Штатах Америки в 47 году. Для отражения действительности того времени Лоретта содержит темы, которые некоторые люди могут найти для себя неприемлемыми. А, играйте ответственно, принимайте решения взвешенно. Да, здесь, кстати, будут последствия, так что погнали, нажмите старт. Думаю, она шепотом рассказала ему о нем самом то, чего он не знал. О чем не имел представления, пока не прослушался к одиночеству, и шепот этот разочаровал его. Дальше я не успела прочитать. 47-й год. Но мы не будем пропускать. Раз у нас едет куда-то машинка, значит, она куда-то едет. Игра немножечко пиксельная, но в целом вроде бы неплохо смотрится, поэтому думаю, стоит дать ей шанс, если вдруг вы не любите. А, ну так это типа просто... Ну я не знаю, давайте не будем пропускать титры. Ну, наверное, в этом же есть какой-то смысл. Мы с вами поймем, что машинка едет куда-то. Ну, видишь, такая музыка прям такая. Страшненькая! Лоретта! Меня зовут Лоретта Лу Харрис. Друзья зовут меня Лора. Мне 38. Я родилась в маленьком южном городке, о котором вы и не слышали. Но едва мне исполнилось 16, сбежала на восточное побережье. Я орнитолог, без работы. И не очень хорошая домохозяйка. Несколько месяцев назад мы с мужем переехали на ферму, в дом его родителей. Жизнь здесь не то чтобы простая, хотя мы кое-как справлялись. Но 2 недели назад Уолтер бесследно пропал. Подожди, мне там какой-то комок в горле мешал. Муж пропал, загулял, наверное. К любовнице ушел, потом к свиньям свалился, свиньи сожрали его. Свиньи же всеядные, если голодные, так они вообще все что угодно сожрут. Опа, миссис Харрис, ля, где лица? Меня зовут Фрэнк Чемберс. Я разыскиваю вашего мужа. А вы из полиции? Я уже говорила с шерифом. Мне нечего добавить. Нет, мэм. Я веду частное расследование. Люди в Нью-Йорке, важные люди, очень хотят встретиться с Уолтером. А как ваша фамилия, вы сказали? Чемберс, мэм. Разрешите войти? Ну, входи, а хер ли что я тебе скажу? Вытирает шею платком. Ах ты потная свинья. У вас очень милый дом, мэм. А, прекратите. Даже я терпеть не могу это место. Это дом Уолтера и его родителей. А вы ведь не отсюда? И не из Нью-Йорка, тем более. Не испытывайте мое гостеприимство. Простите, не хотел вас обидеть. Мне платят, чтобы я задавал вопросы. Моя единственная забота - Харрис. В сущности, я должен знать, жив ли он или мертв. А я что знаю, что ли? Часы, фотокарточка. Действуют мне на нервы. Иногда кажется, что я слышу их даже в спальне. Мы с Уолтером у океана. 8 лет назад. О, флешбеки. Когда-то было хорошо. Когда-то он возил меня по морям, а потом все колечко надел и такой, ой, уже моя никуда не денется. Что это было? Чертова дорожная пыль. Шляпа Уолтера привез из Нью-Йорка. Может, давай возьмем топор? Мэм, а как давно уехал Уолтер? Ну, может, 2 недели назад. Дней 14-15 назад. Выпейте что-нибудь? Боялся, вы уже не предложите. Кухня там. Пошли. Да ёб твою мать. Не ответите? Отвечу, а что мне делать? Алло. Алло. Могу я поговорить с мистером Харрисом? А кто говорит? С кем я разговариваю? Это Патрик Фиджеральд.
Издательство Atlantic Press. Будьте добры, позовите мистера Харрис к телефону, это очень важно. Мистер Харрис не может подойти, его нет. А когда он будет, мисс? Это касается его романа. Мы не получили вторую часть. Контракт уже готовы, но, мисс, вы не могли бы предоставить... Тупые. Бросили трубку. Бывает. Так, где кухня-то? Ну, я думаю, кухня в той стороне. Пойдемте дядьку накормим. Боюсь, кроме лимонада мне нечего предложить. Сойдет просто вода, мэм. В горле пересохло из дороги. Отрава. Слушай, ну я не буду его травить. Ну, я ж чё, я... Чё, я буду человека травить, что ли? Потолок. Чего? Просто воды? Эта влажность меня убивает. Обтирает лицо платочком. Не помню такого, с весны 39-го. А что это за музыка? Это в поле. Фермеры. Уолтер сдает им землю в аренду. Включает, чтобы было не скучно, видимо. Лори решает не замечать. А что он сделал? Не. Досадно, что такая женщина, как вы, прозябает в этой дыре. Ваша вода. Вы очень любезны, спасибо. Вытирает рукавом губы. И много у вас земли? 60 акров. Не обольщайтесь, она давно в залоге. Я взгляну на двор, как угодно. Что за... Это трубы, черт. Мы недавно провели водопровод. И теперь иногда, простите, мне придется спуститься в подвал. Может, вам помочь? Нет, не надо. Тем более, вам же хочется смотреться, я же знаю. Короче, какая-то мутная херня здесь происходит. Возьмем с собой серп. Не оставил он ничего, ни писем, ни хересим, ничего. В подвале сыро и темно. Даже слишком. Пахнет плесенью. У Чемберса изо рта пахнет примерно так же. Лора с трудом находит водопроводные трубы. С виду все в порядке, но от них исходит нездоровое гудение. Присмотреться. В одной из труб что-то застряло. Сложно понять, что именно. Ну, попробовать вытащить. Лора протягивает руку. Нечто мокрое волосатое касается пальцев. Лора хватает и тянет на себя. Ну, скорее всего, крыса. Дохлая крыса. Ну, я знала. Могло бы быть и хуже. Гудение прекратилось. Пока что. Жалко мышку. Похоже, Чемберс вышел во двор. Ну и хер бы с ним. А то он какой-то озабочен. Ну пошли контролировать. Вот это что-нибудь стыбзит ненароком. Чё сидишь тут? Скажите, мисс Харрис, как думаете, где ваш муж сейчас? Может, есть хотя бы идеи? Нет, я не знаю, где Уолтер. И, честно говоря, не хочу знать. Что ж, могу понять. Уолтер был странным человеком. Был? Я имею в виду оставить роскошную женщину, дом, броситься в бега, мог только полный идиот. Что ж, мэм, спасибо, что уделили время. Жаль, что вы проделали такой путь. Но я правда не знаю, чем вам помочь. Ничего страшного, мне за это платят. Спасибо за воду и простите за беспокойство. И вот я снова осталась одна. Либо у нас есть какой-то секретик, либо муж реально пропал. Меня зовут Лоретта Лу Харрис, но друзья зовут меня Лора. Я безработная домохозяйка, застрявшая в дыре, где нет ничего, кроме солнца и сраной пшеницы. 2 недели назад я убила своего мужа. Ни хрена себе! Я думала, она реально не знает, а она, оказывается, и чё, я должна это скрывать всю игру? Что это такое? Охренеть! Ну, давайте узнаем, чё мы выбесили-то, чем нас этот говнюк выбесил-то. Ну, я думаю, не просто так. Вот такая вот тебе Лоретта. Сейчас, видимо, узнаем, как это всё было. Не рассчитывая на оправдание, я все же думаю, стоит рассказать историю с самого начала. Не для того, чтобы меня простили, господа присяжные, что в принципе невозможно, но чтобы скучающий ум, читающий эти слова, хотя бы попробовал меня понять. Наши с Уолтером отношения дали трещину задолго до дня его смерти и задолго до переезда на эту чертову ферму. Поначалу мне даже нравилось. Ну, воздух чистый, какашки, лепешки. Идея променять шумный город на тишину деревенской жизни. Самообман, конечно. В жизни женщины не так много выборов. Повернешь пару раз не туда,
И вот ты уже человек второго сорта. Мне же стало казаться, что все мои выборы оказались неправильными. Так и чё, я типа типичная домохозяйка. Старый колодец, не знаю почему, но у меня от него мурашки, мы им не пользуемся. Видать, ему уже в колодец все-таки спихнуло. Ну, я стала типичной домохозяйкой. Привычно поскрипывала сломанная ступенька. Гвозди торчали в ожидании момента, когда смогут наконец-то воткнуться мне в ногу. Я просила Уолтера починить, но тщетно. Уолтер не был плохим человеком, он редко напивался. А если напивался, то никогда не был злым. За нашу совместную жизнь он всего лишь раз поднял руку на меня. Да, и я тоже потом сожалела об этом. Но все в нем, и думаю, чувства эти были взаимны. Стало меня раздражать. Раздражение, перерастающее в испепеляющую ненависть, усилилось с переездом. Меня бесил его невыносимый храп, дурацкая привычка выплевывать, застрявшую в зубах еду. Но больше всего меня раздражало, что он от него всегда несло луком. Всегда. Мерзкий маслянистый запах, от которого прованивались вещи и мебель. Что странно, ведь я не держала дома лук. Может, у него любовница была? Птица? Что ты здесь делаешь? Пошла нахер. Спугнуть. Иди, вылетай из моего дома. А ну, кыш. Ты ж у меня, типа, живешь в доме. Черт. Уолтер! К нам птица залетела! Уолтер! Можно подумать, он услышал. Календарь. Заплатить счет за воду. Посуда. Вымыть посуду. Ну, я же домохозяйка. Грязная посуда в этом доме никогда не кончится. Ну, подумаешь, ворона несколько раз нажит. Ай! Палец порезала. Конечно. Да иду я. Ой. С Уолтером мы познакомились в канун 29-го года. Он был немного старше меня. Красавчик, что говорить. Работал корреспондентом в газете. Боюсь, что уже не вспомню название. Да и нет ее, наверное, уже. В 93-м мама умерла. В 31-м мы с Уолтером поженились. А уже в 33-м я забеременела. Внематочная беременность и выкидыш следом. Я потеряла дитя прежде, чем успела осознать материнство. Ну вот куда она залетела? Да куда-то похрен. Алло. Кто говорит? Почему вы молчите? Думаете, это смешно? Ворона! Опа, фотография. Это я с ним или это любовница? Почтовый ящик. Письмо. Вскрыть письмо. Дорогой папа, как ты? Как Лора? Надеюсь, все хорошо? Мне хорошо. Прости, что долго не отвечал на прошлое письмо. Столько всего последнее время навалилось. Знаешь, как бывает. Ты закончил роман? Думаю, да. Ты давно над ним работал. Пап, нам есть что обсудить. У меня новости. Но не знаю, когда застанет тебя мое письмо. В общем, я и Микки едем к вам. Поговорим при встрече. Целую, пап, с любовью. Твоя Келли. А Келли это что? Наша машина. Уолтер прозвал его Мельмонт. Не знаю почему. Я называю ее Мотылек. Как по мне, уродливой машине такое проще подходит больше. Короче, какой-то ребенок к нам едет. Я не знаю, чей он, но чей-то. Ворона! Возьму метлу. Подмести кухню. Ну я ж хорошая домохозяйка. О, родная, я в город. Ненадолго. Надо на почту что случилось. Тарелка сначала прилетела птица. Птица? Долгая история, но тарелку жалко. Ничего, считай на счастье. Слушай, погладь, пожалуйста, мой костюм. Кажется, он в спальне, держи ключ. Хорошо, молока купи. Не вопрос. Все, детка, я ушел. А почему я должна твое белье вот это вот? Мне не с чем спускаться в подвал. А что он из подвала тогда вышел? Подожди, а что я сюда не зашла? Ворона куда-то исчезла. Старый камин. Может быть, его можно разжечь? Нет. Я думала, просто разожжем, добавим уюта. Гостевая спальня. Так понимаю, родители Уолтера спали отдельно. Суровые нравы десятых. Мы так и не нашли ключи. Немного безумно, что некоторые части дома мне недоступны. Впрочем, он и так слишком большой. Ну да. В Нью-Йорке что-то пошло не так.
Я так и не знала, что именно. Волтер, а вместе с ним и я, влипли в грязь долговой ямы. Волтер оставил неприлично высокий задаток за квартиру. Собрал чемоданы, взял подержанную машину и уже весной 47-го переехали на ферму. В дом родителей Волтера. Эдна, Элеонор и Дуглас Харрис умерли от тифа еще в 27-м. Сорвавшись с не очень, в общем, уютного плотика прежней жизни, мы понеслись в неизвестность. Ясно. Чемоданы с вещами. Человеческая жизнь, неизведанная до нескольких сумок. Многое мы не распаковали до сих пор. Открыть чемодан. Свидетельство о рождении Джона Эдварда Харриса, дата рождения пол мужской. Мать Лоретта, отец Уолтер Филлипс. В октябре 45-го я вновь забеременела. Поздний ребенок, говорили врачи. С моим анамнезом ни мне, ни малышу не оставляли шансов. И все же чудо произошло. Через 9 месяцев родила мальчика Джонни Харриса. Впрочем, я вновь забегаю вперед. Или, быть может, слишком назад. Скажу лишь, что Джонни я тоже потеряла. Тут какая-то невезучая женщина. Чего? О, ворона вылетела. Из всех грехов Уолтера... Измены волновали меня меньше всего. Азартные игры, скажем, отражались на моей жизни гораздо заметнее. Да и не было в том большого сюрприза. Уолтер не притрагивался ко мне месяцами. Не скажу, впрочем, что это меня сильно расстраивало, и все же одно теперь я знала наверняка. Рыжая сука, Маргарет, видимо, обжиралась луком. Вот сука. Обжиралась... луком с моим мужем. Вот собака. А он такой ездит и просит его... Так, бурбон, виски, бурбон, виски. Это типа мой муж бухает, да? И что мне надо делать? Убивать вот эту вот блевоту, рыготу? Ну пусть напивается. Посмотрим, что будет. А, что, нельзя так? Так и долго мне ждать, когда это закончится? Получилось. Оказывается, надо было не бухать так сильно. Я чувствовала себя в ловушке. Мне не хватало воздуха в уютном фермерском раю. Казалось, удавка вот-вот затянется на моей шее. Я пошла в банк. Итак, где вы работаете, мэм? Я домохозяйка. Нет, я орнитолог. По образованию я орнитолог, но сейчас в основном занимаюсь хозяйством. Арни... Простите, как это пишется? Орнитолог. Ученый, изучающий птиц. Понятно. Скажите, мэм, а ваш муж чем он занимается? Сдает землю в аренду. Погодите-ка, Уолтер Харрис, писатель? Роман с убийцей? Черный тюльпан? Вы фанат? Ха-ха, боюсь, нет, но моя жена, она просто обожает эти романы. Но я подумать не мог, что в нашем захолустье... Да. Что ж, мэм, мне очень жаль, но мы не можем выдать кредит лично вам. Но почему бы вам не привести с собой мужа? Уверен, мы бы смогли что-нибудь придумать. Идея в том, чтобы мой супруг не принимал участия, понимаю. Мне нужны деньги, а не ему. В таком случае, мэм, если вам срочно нужны деньги, почему вам не взять наши 30 тысяч и... Какие 30 тысяч? Ну как же, одну секунду. Так. Оу, я прошу прощения, мэм. Моя ошибка. Это страховка. Не обратил внимания. Какая страховка? О каких тысячах вы говорите? Ну, все верно. Страховка. Глупый я. Похоже, издательство мистера Харриса застраховало его жизнь. Вот, смотрите. В случае смерти или пропажи без вести... Так, это можно пропустить. Бенефициар получает единовременную выплату. В размере 30 тысяч долларов. Думаю, это стандартный договор. А, вот что она решила его укокошить ради типа денег. Ну, так часто, кстати, в те времена делали. Да и сейчас делают, мне кажется. Но это не очень хорошо. Я еще раз прошу меня извинить. Не хотел вас запутать. Спасибо, вы очень помогли. Рад слышать. Жду вас и мистера Харриса. Всего доброго, мэм. И позвольте напомнить, что в нашем банке можете не только застраховать вклад, но и... Ой, иди в жопу. Слова клерка, вырвавшись из потрескавшихся и некрасивых губ, словно растворились в воздухе. 30 тысяч долларов. Ошеломительная сумма. Кажется, чем больше я думала, тем меньше понимала, сколько это вообще. Уолтер, ведь и слова мне не сказал. Но почему?
Помню странное чувство, еще слабое и не совсем оформившееся, существующее на периферии сознания, но едва попытавшись его понять, прислушаться к ощущениям. Я вышла из банка, и сухой весенний ветер, встретившийся меня на улице, развеял помыслы, словно и не бывало. Кажется, я припарковалась в той стороне. А это что, шлюшка его, газета? Преступление на почте ненависти, умышленное убийство, киднеппинг. Сократились 2 раза по сравнению с прошлым десятилетием. Думаю, можно смело сказать, что Америка сегодня переживает новый виток развития, заключил заместитель прокурора. А ты кто? О, Лора! Эй, Лора! А это шлюшка моего мужа. Здравствуй, Маргарет. Я так рада тебя видеть. Фу, харкнуть тебе в лицо. Сколько мы не виделись. Уолтера тоже давно не видно. Как он, кстати? Нормально. Марго, давай быстрее, полный зал народу. Шевели бедрами, девочка, перерыв закончится, иду. Ну ладно, Ларочка, кстати, мы с девчонками идем в кино в субботу. Присоединяйся, ах да, хотела с тобой поговорить. Марго, я к вам зайду на неделю, идет? Ну да, я поскакала. Марго, без чаевых останешься, да, иду я, господи. Короче, ты представляешь, какая сучка? То есть спит с моим мужем? Такая, как ни в чем не бывало, пошли сходим в кино. Пойдем вот этой сиськи-масяськи. Угу. Рыжая стерва, я согласна с тобой. А, поехали домой. Я соврала, конечно. Никакой я не орнитолог. Никогда им не была и нигде не училась. Привычная ложь, которую выдаешь себе за того, кем не являешься. Я из рабочего класса. С приездом в Нью-Йорк пришлось сводить концы с концами. Я хотела стать медсестрой, но не прошла экзамены. Ни с первой, ни со второй попытки. Я мыла кафельные полы закусочных, работала официанткой, секретаршей в газете и, верите или нет, даже в парикмахерской. Не скажу, что мне нравилось, но работа есть работа. Однажды я прочла статью о женщине-орнитологе из какой-то там экспедиции. Мне понравилось. Я даже купила себе птицы Америки. Хотя птиц я не очень люблю. Много от них заразы. День был жарче обычного. Окна в машине были открыты. Лучи солнца едко обжигали кожу сквозь лобовое стекло. Рой мыслей ворошил голову. Потому я не сразу заметила. Бензин на исходе. Старый драндулет сжирал 30 галлонов на милю. Но удача мне улыбнулась. Я помню заправочную станцию, возникшую словно бы из ниоткуда. Бетонное здание, выросшее посреди голого поля. Украшенная кракелюком трещин, как лицо старухи, морщинами. И хотя она располагалась единственной дорогой, ведущей к дому, не скажу, что замечала эту заправку прежде. Выпивка. Во время сухого закона, кажется, выпила больше, чем за всю жизнь. Я не притрагиваюсь к крепкому спиртному с 32 лет, но с каждым прожитым днем на ферме я жалею об этом все больше. Так, карта США, распродажи, проспекты. Ну давайте вызовем кого-нибудь, кто тут у нас. Звоночек. Алло. 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 Я не пойму. Я, похоже, ладно, возьму. Добрый день, мэм. Чем могу быть полезен? Не такой уж и добрый. Дьявольски жарко. Верно, мэм, на столбике почти 100 градусов. Заправьте на $3. Разумеется. Могу сделать для вас что-нибудь еще? Да я сама не знаю, чего хочу. Если позволите, мэм, у меня есть исключительно то, что вам нужно. Да неужели? Новое средство. Секретная формула. Уничтожает крыс, мышей, любых тварей. Оставляет приятный запах миндаля. И всего за $1.99. Действует безотказно. Не думаю, что не могу устоять. Выглядите как настоящая хозяйка. Прошу вас, возьмите пробник за счет заведения. Ну, уверяю, мэм, вас не разочарует. А вот так вот я, видимо, и придумала своего мужа отравить. Ядиком, значит. Крысиным. Какое-то зеркало. Что с ним делать? Отбивать какие-то штуки, да, опять? Какие-то мысли. Или их наоборот надо впустить? Давайте их впустим. Просто там с алкоголем надо было наоборот его откинуть, а здесь, видимо, нужно принять эти мысли, что мы хотим совершать что-то очень плохое.
Я даже не вижу, что тут написано. Решение. Короче, надо было какие-то верные кнопки нажать. Чтоб к этому воспоминанию переместиться. Вздох. Пришла она домой. Привет, Волт. Ну и духота. Думала, расплавлюсь. Не рано для бутылки? Чё ты такой довольный? Я закончил. Что? То есть как? Закончил роман? Ага. Это же прекрасно. Почему ты раньше? Издатели согласились. Я послал им первые главы. Не хочу хвастать раньше времени, но говорят, люди из метро Сильвермайер заинтересовались. Может выйти кино. Только представь, Кларк Гейбл в главной роли. Я думала, он больше не снимается. Тогда Гэри Купер. Не знаю. Неважно. Голливуд, Лора. Да, конечно. Прости. О, Уолтер. Я рада, ты молодец. Мы молодцы, малыш. Подожди с вином. Я приготовлю ужин. Сделаешь мое любимое мясо? Я не ожидала. На мгновение показалось, что все может измениться. Словно промелькнула надежда. Поперчить. Поперчите. Уолтер выпускает роман. Мы возвращаемся в Нью-Йорк. В нашу квартиру на 12-й авеню, словно никогда и не уезжали, жизнь становится прежней. Покрошить зелень. И все же, он уже давал обещание. Он нашел себе новую бабу, стоило нам переступить порог нового дома. Он проигрывает и пропивает последние деньги. Почему я должна подумать, что в Нью-Йорке это закончится? Не то чтобы глубоко внутри, какой-то странный механизм уже дал ход, и я, казалось, уже никак не могла его остановить. Эй, как успехи? Готово, уже несу. Ну а что делать? Ну, надо было добавить отраву. Ты же наш рассказывает эту историю, значит, она ее уже добавила. Мясо отменное, спасибо. Последний раз ел так вкусно еще в Нью-Йорке. А ты не притронулась, я не голодна. Ну так, я выпить вино. Просто выпью монотонное вино. Значит, мы вернемся? Просто уедем? Уедем отсюда? Смеешься? А почему нет? Брось, Ло! От себя не уедешь! Выплевываю в тарелку непрожеванный кусок морковки. Морковку зря положила. К тому же, мне еще редактировать роман. Знаешь, я последнее время много думаю. Это о чем? Думаю, жизнь могла бы сложиться по-другому. Но не сложилась. А, и ты решил утешить вдовушку? Что? Что ты имеешь в виду? Ты прекрасно знаешь. Я же сказал, все кончено. Ты меня совсем дурой считаешь? Ну что ты от меня хочешь? Почему нельзя отпраздновать? Просто поужинать, как нормальные люди. Мне надоели твои выходки, Волт. Надоело, что ты обходишься со мной, как с говном. Надоело прозябать в богом забытой дыре, где сплошь расисты и деревенские шлюхи. Никто не тащил тебя сюда силой, Лоретта. Да? Вот у меня был выбор. Послушай... Я знаю, ты винишь меня в том, что случилось с Джонни. Ой, бьет по столу. Поужинали. Вот обязательно, а? Зачем ты опять понимаешь, что дерьмо? Почему сейчас? Да что с тобой сегодня? Ну, конечно. Давай молчать. Я заткнусь, буду тебя обслуживать, пока ты будешь трахать эту рыжую дуру. И все счастливы. Довольно. Я не желаю этого слушать, если хочешь знать. Да, я виню тебя. Ну, наконец-то. Хватило смелости признаться. Я читал лицемер. Лора, никогда не думала, что в тебе столько дерьма. Я читал. Уолт? Все, минус, дядька. Убийца. Редрам. Ой-ой-ой. Жаль, конечно, этого добряка. А в те времена могли определять отраву, типа, на крысиный яд? Просто если нет, то можно было бы, как бы, забить. Ну, типа, мне пришлось это сделать, потому что, ну, а как иначе? Похоже, Уолтер пытается что-то сказать, но слышен только бульканье крови, которой он захлебывается. Мне очень жаль.
Признаться, хотя я не люблю, когда звучат фразы вроде «будучи сна», по правде говоря, ибо складывается впечатление, будто все остальное время собеседник вам безжалостно лгал. Есть в убийствах нечто трансцендентное, выходящее за рамки нашего понимания, притом обыденное и нарочито естественное, иначе, полагаю, никто бы их просто так не совершал. О, не обвиняйте меня в неискренности, ибо нельзя обвинить женщину неискреннюю даже собой. Мертворожденная, как мое первое дитя. Словно поэт, не знающий ни одного языка. Слепо глухонемая в мире красок, звуков и символов. Мне не достигнуть истины в словах, не обратить форму, если она вообще есть. Впрочем, одна истина все же есть. Уолтер мертв. Значит, вы не любите людей. Я этого не говорила, но, по правде говоря, я жду от них только плохого. Что мы видим? О, тест Роршиха. Так, ну смотри, я вижу здесь... Ну, моль я, наверное, вижу. Думаете, люди желают вам зла? Думаю, мы теряем время. Почему же? Да, знаю я, как это бывает. Сейчас мы рассматриваем с вами картинки и мило беседуем, а завтра вы копаетесь мне в голове металлической палкой. Не утрируйте. Лейкотомия облегчила страдания многим. Впрочем, в вашем случае навряд ли потребуется. Хотелось бы верить. Продолжим. Так, здесь я вижу... Я вижу здесь таз. Вагина. Нет, вагину точно не вижу. Крыса. Нет, ну это не вагина. Нет, ну под определенным углом, конечно, можно представить, но нет. Для меня это больше похоже на таз. Ну типа кость. Кости таза. Или опять бабочка. Я везде вижу бабочек, да? Со мной что-то не так? Ну хорошо, крысу мы нашли, давайте крысу. Для меня я бабочек вижу. Хм, интересно. И что в этом интересного? Ваш ассоциативный ряд. Мой муж называет это фокусами. Тем не менее, именно он вас сюда привел. Будьте внимательны. Так, ну это либо клякса, либо кровь. Глаза, ворона, колыбель. Чего? Ну, колыбель может быть, вот, типа, люлька. Давайте колыбель. Что-то не так? Да. Это просто пятна. Я ничего не вижу. А если и вижу, то лишь плод своего воображения. Я считаю это несправедливо. Я не сделал ничего предрассудительного. Жизнь вообще несправедлива. В нашем возрасте пора бы это понять. Да не будьте такой угрюмой. В конце концов, как кто-то сказал, в Италии во время правления Борджиа царили террор, убийства и кровопролитие. Но там появились Микеланджело, да Винчи и Ренессанс. В Швейцарии было 500 лет всеобщей любви и демократии. И что из этого вышло? Часы с кукушкой. Странно очень. Очень странно. Я очнулась от страшной боли, текущей по телу, накатывающей волнами, сериями ударов. Глаз распух и слезился. Казалось, он вот-вот лопнет. Да, я мечтала, чтобы лопнул. Это бы не помогло, впрочем. Нет, боль концентрировалась в другом месте. Первое, что я увидела, открыв глаза, торчащий из моей ноги, моей собственной плоти, кривой и ржавый гвоздь. Я потянула. Ой, фу. Невыносимо. Хотелось выйти. Кричать по все горло. Но или жалобно постановала, скорчившись в сломанной позе. Металлическая шляпка гвоздя, казалось, сардонически мне усмехнулась. Еще попытка. Спокойно, выдохни, сосредоточься. Да твою ж мать, господи, сраное крыльцо, гвоздь. Ну почему ты не мог его забить, а, Уолтер? Чтоб мне было проще тебя грохнуть. Да что я тебя спрашиваю? Ты молоток-то в руке не держал. Какая-то злая ирония. Боже, куски ржавчины остаются внутри раны. Нет, об этом нельзя думать. Так, еще попытка. Так можно столбняк заработать. И еще. Давай. Ау. А дядька-то в колодце лежит. Зияющая рана уставилась на меня. Словно кроваво-красная дыра. События прошлой ночи проходили на дурной сон. Что вот-вот растворится в памяти. И все же, порванное, испачканное в грязи платье, ноющая от боли нога и лужа собственной рвоты, говорили об обратном. Об этих упоминаниях нужно было избавиться. И как можно скорее. Слушай, ну мне пока что нравится. А, давайте мы пока поставим с вами паузу. А, паузу нельзя здесь ставить, да? Никоим образом. Ну хорошо. Тогда пишите, как вам игра. Понравилась, не понравилась. Подписывайтесь на каналчик, а мы с вами увидимся в следующей серии. Мне пока что нравится. Сюжет интересный. Интересно, чем это все кончится. Так что ждем развития событий. Пока.